Вышли на экватор. Пока школьники отдыхают, образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. В одних школах идет косметический ремонт, в других – капитальный. Ремонтируют пищеблоки, спортзалы, спортивные площадки. Ход работы обсудили на рабочем совещании в Думе Самары. Его провел председатель городского парламента Алексей Дегтев. Каким выводом пришли, расскажет Светлана Кудрявцева. В титульном списке капитального ремонта школ значится 50 учреждений. Пищеблоки ремонтируют в 7 школах. В 5 из них ремонт идет по софинансированию с Минобром, в 2 – только за счет городского бюджета. Благодарю депутатов городской думы, которые поддерживают историю. Если мы делаем пищеблок, то мы обязательно и обеденный зал ремонтируем, и зону, как правило, около пищеблока. Это история действительно только городского округа Самары, хочу отметить это. Ремонт пищеблоков во всех образовательных учреждениях завершат до 2029 года. Все школы занесены в лист ожидания. Такие же дорожные карты составят по ремонту спортзалов и спортивных площадок. Работаем совместно с правительством Самарской области и сегодня благодарны за установку и работу по спортивным площадкам, это уличным, тоже продвинулись, сказать, вперед. И по нашей инициативе депутатов вот уже второй год капитально ремонтируются спортивные объекты, плоскостные уличные, которые были построены ранее. На совещании в парламенте задали вопросы подрядчикам и представителям школ, где ремонт идет не так гладко, как в остальных учреждениях. Поставили задачу завершить все работы до 30 августа, чтобы дети пришли в красивые обновленные школы. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.